Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Спасибо, что заглянули. У нас сегодня с вами Nesquik с молоком. Я его люблю, очень часто ем, но очень редко снимаю, потому что он как-то не особо залетает, если честно. Но для разнообразия иногда можно. Вот так вот заполнила я здесь Nesquik'ом. И давайте приступим. Обожаю. Я взяла специально с белым шоколадом, как бы, и просто с темным шоколадом молочным. Сегодня мы наконец-то видимся с парнем. Спустя уже длительный период. Просто чисто погуляем, пообщаемся. Везде все все равно закрыто. Я люблю вечером гулять. Хотя бы магазины были бы открыты. И то хлеб. Сегодня у меня произошла очень неприятная ситуация. Вы знаете, что я где-то недели две назад заказывала золотое кольцо из Sunlight. Насмотрелась, значит, этих отзывов. Реклам. Вот некоторые пишут в комментариях, что когда я вижу, что это реклама, я сразу проматываю, я сразу не вслушиваюсь в это во всем. Мне кажется, зря. Вот я, например, по промокоду одного из блогеров получила дополнительную ссылку, ой, скидку. 5% мелочи, а приятно. То есть плюс ко всем скидкам я получила еще 5%. Получилось супер выгодно. Так вот. Вот это вот кольцо я заказала 2 недели назад. Его в Саратове не было в наличии. Поэтому пришлось под заказ. Причем, когда сумма большая, бесплатная доставка курьера. Я подумала, удобно. Не надо никуда идти папе в лишний раз. Привезут прямо домой. Курьер привез. Папа открывает, я ему сразу сказала, что обрати внимание на грамм. В кольце должно было быть почти 3 грамма, а по факту получилось там 5,50 с чем-то. Когда грамм золота стоит 3700, это очень неприятно. Если бы грамм стоил 1000 рублей, ты подумал, да ладно, фигня-то. Можно было отказаться от этого кольца и вернуть его, но... Я подумала, как-то неудобно получается. Просто учту. И в следующий раз
Не буду брать его. Да и вообще ничего не буду брать у них. Это какой-то обман. Информация должна быть достоверной. То есть здесь погрешность не 0,0002, а здесь полграмма получается. Ну, почти полграмма. Вру. В общем, это меня жутко расстроило. Я даже пожалела о покупке. Возможно, я бы заплатила за этот грамм ту же цену. Просто проблема в том, что у тебя в голове такое подсознание, или как вам объяснить, такое ощущение, что тебя обманули. И это безумно неприятно. Вот. А потом спрашиваю у папы, сколько ты заплатил за это кольцо? Он мне такой говорит: я заплатил 7600. Я такая в шоке, в смысле 7600? У меня в приложении должно было быть 8500. И тут-то я понимаю, оказывается, потому что была погрешность, вот из-за этого, наверное, уменьшили цену. Я так обрадовалась, реально. И дело тут не в размере кольца. То есть взяли денег меньше, чем должны были взять. Ну вообще, это единичный мой случай. Я вообще в комментариях там читала, что там, например, заказывают и приходит совсем не тот грамм, который указан. Учитывая, что сейчас золото стоит очень-очень дорого, я считаю, что это очень неправильно. То есть должна быть точная информация. Грамм в грамм. Вот сколько в изделии, столько должно быть и написано на сайте. Сережки заказывала нормально. Вот как было написано, так и пришли. Читала отзывы, там девочки писали, что, например, заказала тебе браслет, в нем должно было быть 3 грамма. Пришло 2,20. Ну, это реально как бы издевательство. Это неправильно, я считаю, в корне. Ну, теперь я сказала папе, что лучше всего, если я что-то решу опять покупать, пусть лучше будет заказ в магазин. Лучше папа сходит, в магазине посмотрит, посмотрит на грамм. Потом уже возьмет. Не очень люблю молоко, но именно с этими хлопьями, шоколадными, просто пушка. Могу объяснить, почему я не покупаю золото в Азербайджане. Во-первых, мне не нравятся модели. Во-вторых, ну, в принципе, некоторые нравятся, мне очень не нравятся застежки.
Мы купили маме однажды комплект. Причем грамм немало было. Именно область застежки, там было использовано прям минимальное количество золота. И она вот постоянно гнулась, постоянно сережки постоянно терялись. Пришлось продать. У меня была цепочка, у нее тоже застежка постоянно ломалась. А здесь я просто беру изделия, ну, не с минимальным количеством грамма. Например, для кольца почти 3 грамма, это немало. Вот, поэтому я стараюсь брать такие варианты. Вы знаете, что хорошо? У Sunlight есть техподдержка. В WhatsApp вы им пишете, прям моментальный ответ. Моментально решают вашу проблему. Это очень круто. Я наелась, мои хорошие, на этом все. Надеюсь, что это видео вам понравилось и вы сделаете кое-какие выводы о Sunlight. В принципе, мне товары нравятся, просто нужно быть немного бдительным. Когда вы забираете товар из магазина, обязательно посмотрите, сколько же там грамм и в конце сколько вы заплатили. Всех люблю, целую, с вами была Эмили, пока!